Всем здравствуйте, друзья! Приветствую вас всех на своем канале. Сегодня мое видео будет для вас не совсем обычным, потому что я хочу вам показать один заброшенный дом, огромный двухэтажный дом, в котором уже давно никто не живет, который волею судеб остался без хозяев. Скорее всего, что хозяева попали в дом престарелых и потом, конечно же, ушли в мир иной. Этот дом один из многих, которые можно в Англии здесь встретить. Здесь происходит такое довольно часто, что дом остается одиноким, никому не нужным, заброшенным, с мебелью, со всеми вещами, с фотографиями. Он просто ждет своей участи. Чаще всего он будет продан с молотка через 6 месяцев, если никто не объявится из родственников. Это случается очень часто здесь, в Англии. Итак, давайте посмотрим этот дом.